для муниципальных образований края. Сегодня был на предприятии «Горэлектротранс», посмотрел предприятие, вообще уникальное, на мой взгляд, предприятие, потому что после Красноярска второе в крае, где есть трамваи, инфраструктура вся сохранена, там все есть для того, чтобы содержать и качественно обслуживать автобусы, в том числе на газонокосном топливе. Поэтому у нас такие механизмы есть в крае, по вашему поручению мы изыщем, посмотрим возможность. По предварительной оценке, порядка 10 автобусов разного класса потребуется городу Ачинску для того, чтобы начать всю эту программу. Поэтому мы посмотрим такие возможности с учетом того бюджета, который сегодня у нас есть. И того, который мы примем вместе с депутатами законодательного собрания скоро. Так точно. Давайте ищите. Ачинску нужно обновлять общественный транспорт.